Пляжный сезон стартовал, и меня интересует вон тот мужчина. Так бы я сказала, если он согласился со мной говорить, но профессия обязывает, поэтому как будут спасать барнаульцев, мы не знаем, но как барнаульцы будут себя спасать, узнаем сейчас. Среди горожан затерялись белые медведи. Те, кто, по сути, человекоподобен, но по натуре морж. Из-за погоды вода еще не прогрелась, поэтому сезон открывают они. У нас такого не бывает, чтобы были судороги. Это они возникают из-за того, что нет подготовительной части, то есть нет тренировки. Комплекс упражнений выглядит так. Александру 69, но в подробности вдаваться не будем. Поговорим о другом. Сколько уже лежишь, загораешь? Час. Может, пора искупнуться, а то вдруг солнечный удар? Да нет. У ребенка маленького свело ногу. Что делать будете вы? Сложно сказать. Это же ребенок, блин. Как вот с ним обращаться? Кстати, чаще всего тонущий ребенок не может позвать на помощь. И тут надо быть попросту внимательным. Но не будем о плохом. Подметим, что зонтики есть, шезлонгов тоже хватает. Настроение хорошее. А загар приобретаем. Как себя спасти, горожане знают. Все, кто попал в объектив камеры, сказали надеть шляпку, а в случае судороги потянуть на себя носочек. Вот так грациозно не утонет никто. Но спасатель все же бдит. Анастасия Наборщикова, Вадим Быстревский. День с толком.